Девочки мои, всем привет, всем доброе утро, добрый день. Не знаю, сколько у вас будет времени, когда вы будете смотреть этот влог, но я вас приветствую. Хочу сегодняшний влог начать со слов благодарности. На старте очень важно чувствовать, снимаешь для людей, которые это смотрят, с удовольствием смотрят. Спасибо за ваш актив, за то, что вы пишете, общаетесь, задаете вопросы. Я сижу, пью кофе, мое утреннее, это уже вторая кружечка. Параллельно собиралась, сейчас собираюсь идти на сдачу крови. В прошлом влоге я уже говорила, что мне нужно будет пойти сдать анализ крови. Вот, пойдем сдадим, будем ждать потом результаты, посмотрим, будем корректировать, так скажем, здоровье свое. И вам тоже советую, никогда не откладывайте на потом то, что вы можете сделать сегодня, сейчас. Хочу ответить на пару ваших вопросов. По поводу макияжа губ я бы хотела ответить. Вообще, это мой фаворит, у меня рука тянется именно к этой помаде, потому что, во-первых, она супер стойкая. Если вы ищете помаду, которая после еды, после кофе, да вообще, в принципе, в течение дня будет держаться, и плюс стоимость тоже будет приятная, бюджетная. Это вот эта вот помада от Maybelline, матовая, супер стойкая, девочки, она вас не подведет. Мне кажется, это такой цвет, что многим подойдет. Она очень приятно ощущается на губах, то есть вообще не ощущается, не стягивает, не сушит. Так, опережу ваш вопрос, карандашик у меня от NYX, в каком, так, сейчас скажу, в каком он у меня оттенке. В 0.4, девочки. Также вы задавали вопрос, какой я тушью пользуюсь. В принципе, в прошлом влоге я показывала. Ничего страшного, повторюсь. Это тушь-маскара от L'Oréal. Paradise называется. Очень крутая, девочки. Вы можете постоянно наблюдать у меня на ресницах. Вообще, я такой человек, что если мне какая-то продукция нравится, не изменяю себе и постоянно пользуюсь тем, в чем уверена. И советую вам только то, что я уже пробовала, и то, что достойно вашего внимания. Вчера обновила свой маникюрчик. Вот вы можете наблюдать его. Вот такой вот он у меня очень красивый. Я всегда дизайн придумываю разный. Делает мне девочка, армянка тоже. Вот, девчонки. Но вставлю пару кадров самого процесса, как мы это делали вчера. Планы на сегодня. Я уже сказала, что я иду сдавать анализ крови. Потом мы сегодня будем печь пирожочки. Пирожочки буду печь со своей свекровью вместе. Покажу вам, засниму немножечко процесс, если вам интересно. Так что так, мои хорошие. Спасибо, что вы на старте поддерживаете меня, что вы даете мне понять, что снимаю и все это я делаю не зря, что вам реально интересно. Также я знаю, что вы хотите, чтобы влоги были немного длиннее, буду стараться тоже в этом плане. На это воскресенье у меня запланирована фотосессия. Не знаю, буду ли я снимать в процессе, но наверняка пару кадров немножечко поснимаю вам, чтобы вам тоже было интересно смотреть. Сейчас пойду сдам анализ, начнем лепить пирожочки. Пирожочки будем лепить быстренько, постараемся уложить до прихода моей дочери, потому что если она приходит домой и дома мы делаем что-либо с тестом, то это все. Мука у нас по всему дому. Мне кажется, у многих так, у кого есть дети. Вот, так, чтобы она хотя бы в конце подоспела, и чтобы наши нервы были потрачены по минимуму. Вот, по поводу комментариев. Опять же, я с вами общаюсь на русском, потому что мне так комфортнее, мне так легче. Даже можете писать комментарии на армянском языке, если вам так удобнее. Спасибо за огромное количество ваших комплиментов. Я очень вам благодарна за то, что вы у меня такие отзывчивые, за то, что вы такие позитивные, такие легкие вообще. Вы не просто смотрите видео и проходите мимо, нет. Буду стараться снимать чуть больше, чуть дольше. Приятного просмотра, всех целую. Потом покажу вам после. Делаю я всегда одну и ту же форму. И длина троечка у меня. Наращиваем мы на формах и акриловой пудрой. Так, вот такой вот у нас промежуточный результат.
Сейчас будем делать покрытие. Иду я в магазин. Ой, совсем забыла. Хотела сегодня десерт приготовить. Увидела, что у меня осталась только вареная сгущенка, а мне нужна обычная. И сегодня, кстати, выгуливаю в первый раз свои перчатки. Сейчас тоже покажу вам. И, собственно, перчатки. Кстати, в рождественский сезон всегда французам актуальна фуа-гра. Вот такая вот она разная. Вообще, мне всегда нравилось, как они упаковывают ее. Очень интересно смотрится. И есть, на самом деле, очень много вариантов на любой вкус и кошелек. Вот, допустим, 240 грамм стоит 23,95. Также можете найти за 15 евро. В общем, разная ценовая категория. Вот такие вот подарочные варианты предлагает нам Ашан. Смотрите, как прикольно сделано. Изнутри гель для душа. Вот такие вот стаканчики. И внутри тоже бомбочки для ванны. Цитрусовый. И такой же розовенький. Есть еще вот такие вот наборы. С детства очень люблю вот эти шары. Есть еще вот такой вот вариант. Много всего разного по мелочи. Смотрите, какая прелесть. Ангелочек такой светится. Вот такой вот интересный камин сделали в отделе овощей и фруктов. Кстати, мады мейбелиновские, которые я только что вам показывала, очень часто можно встретить в Ашане разных цветов. Опять же, вот, видите, моего цвета, допустим, нету в 65-м оттенке. Кстати, в Германии 13,29 у нас стоит, в Германии же стоит 7 с копейками. Вот такая разница в цене. Так, вот так вот мы раскатали тесто в шарики. Сейчас накрываю чистым полотенчиком. Дадим тесту немножечко отдохнуть. Пирожки у нас будут с картошечкой. Так, и вот у нас вторая начинка — капуста. Я очень люблю именно с капустой. Пирожочки у нас получились. Сейчас отправляем их жарить. Вот такие вот пирожки у нас получились в разрезе. Очень вкусное хрустящее тесто. Это с капустой, а это с картошкой. Напишите в комментариях, какие вы больше любите. Асянь, скажи всем привет. Всем привет. Давай с этой стороны откроем. Вот так, давай. Сейчас я даю. Что это у тебя? Здесь. Ой, покажи, дай мама посмотрит. Такое? Желе. Желе? Да. Давай вот сюда высыпай. Вау, покажи. Ух ты, вот такое вот у нас лего желейное. Какая прелесть. Ух ты. И можно собрать вот такие вот фигурки.
Домик даже можно собрать. Ну-ка, что ты будешь собирать? А, как красиво! Зеленый. Зеленый? Вкусно, Асясь? А бабушке дашь попробовать? Я тоже зеленый хочу. Вкусно? Очень вкусно. Всем пока! Всем пока! Теперь давай мы что-нибудь с тобой соберем. Нет. Давай. Строили. И наконец построили. Так, тут есть такая вот инструкция. Нужно собрать каркас. Потом уже обкладываешь желейками. Нет. Классно, Асясь? Да. Домик хочешь? Это надо каркас собирать. Где мой папик? Где мой папик? Вот такая вот интересная рождественская игра. Вкусная сладкая игра. Здесь идут желейки. Так, фрез, ситрон, пом, ваниль. Клубника, яблоко, лимон и ванильный. Вот эти вот белые, это ванильные. Но на самом деле вкусно. Так, вот такой олененок у нас получился. И сейчас мы закрепим глазик. Нарисовали. Сейчас. Вот так. Вот что у нас нужно повыше чуточку. И вот ты... А я сам посмотри, что у меня получилось. Видишь? Да. Круто. Тебе нравится? Еще мама. Еще? Походу мама будет играть. Собрали каркас. Крышу собираем. Крыша идет белого цвета. Так, где у нас? Вот, крыша у нас идет белого цвета. Садимся пить кофе вот с тортиком, которого видели у меня во влоге, где я показываю продукты, которые я купила из Германии. Сейчас отрежу и покажу в разрезе. И вот так он выглядит. Согласитесь, очень аппетитно. Девочки, сегодня хочу поделиться с вами одним рецептиком. Десерт у нас будет очень простой в приготовлении, но безумно вкусный. Для этого нам понадобится 500 грамм эклеров, творог 500 грамм, маскарпоне 500 грамм, банка сгущенки, одна пачка у нас ванильного сахара и вот такие вот мороженые ягоды. У меня здесь идет 750 грамм. Одной пачки будет достаточно. Предварительно, девочки, обязательно нам нужно будет поместить ягоды в ситце, чтобы вся лишняя жидкость вытекла. Покажу вам, как выглядят эти эклеры. Вот так вот они выглядят. Мини-эклерчики маленькие. Давайте приступать. Сейчас для приготовления крема нам нужно будет перемешать творог, маскарпоне, банку сгущенки. И добавляем ванильный сахар. Теперь нам нужно будет это все хорошенечко перемешать с помощью миксера. Наш крем для десерта готов. Для этого десерта нам понадобится что-нибудь вот такое вот прозрачное. Начинаем собирать наш десерт. Делаем мы это слоями. Так, первым делом выкладываем крем. Затем мы берем наши эклерчики и вот таким вот образом выкладываем их. Сейчас мы снова выкладываем крем. И теперь берем наши ягоды и делаем все это слоями.
вот на такой вкусной ноте буду заканчивать свой влог. Спасибо, что еще один день были со мной. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Всем пока-пока!